Привет. Спасибо. Ну да. Нет, это просто неудобно и некомфортно так носить. Антон, что такое, Лиз, что? Вы меня увидели в очках, ого, ничего себе, правда? Так я лучше вижу. У тебя нормальное зрение, но... Интересное, да? Ты топ-бомба. Спасибо. Короче, я почему-то так хочу в этой... Я хочу в этой майке. Спасибо. Блин, где моя резинка? Ой, расческа. Короче, я хочу этот. Хочу в этом той, точнее, я хочу в майке без личика пойти на улицу. В том плане, что мне так удобнее. Похоже на училку. Мне такого никто никогда не говорил. Это в какой-то степени приятно, а в какой-то степени типа старое или что? Привет. Я хочу пойти без девчонки, ну так как-то, блин. Где-то знакомые. Хай. Хай. Серьезная. Да вообще. Встань. Зачем? Да не, знаешь, такие училки, о которых все мужики мечтают. Мужики или же пацанчики со школы, да? Я поняла. Ох, мне приятно, это так мило. Блин, смотрю мультик, а тут какие-то зверята, как с Тимон и Пумба. Как у кого дела? Спасибо. Я знаю. Он шикарный. На работе еще? До скольки у тебя вообще работа? У тебя же вроде там ты так нормально, да, сидишь там? До 6 или до скольки, да? Спасибо, мне так приятно. 3 часа. Капец. Я не знаю, какой мне маникюр сделать. Антон, если я тебе отправлю в личное сообщение, ты мне сможешь помочь с выбором? Я еще не выбрала, но все же когда выберу. Просто напиши мне в сообщениях в WhatsApp, чтобы я тебя снова добавила.
Ну, просто, типа, какой, как по твоему мнению, ну, типа, симпатичнее. На мнение парня, типа. Нет, я про сообщение очищала. С Антоном. Ты понял, с кем Антоном. Там со всеми очищала, там с Викой, с Максимишей, Максимом, с тобой. Я просто очищала, типа, потому что они у меня висят, и мне так не очень прекрасно. Да. Не могу клепать. Не надо. Зачем? Блин, такой приятный запах. Потому что я в этом не нуждаюсь, логично. Супер. Спасибо. Вожарка. Ну, в Херсоне, типа, да, ну, как сказать. Вообще, у нас жарко. Мой инстаграм в профиле. Короче, как бы вообще сейчас жарко, но... Ну, сейчас, да, такой ветерок. Но вечером холодно. Я даже сегодня первый раз за все лето спала под одеялом, и меня морозило и трусило. Я в шоке. Мне такого никогда не было. Упс. 16. Ну да, свои. Да, походу к осени, но все равно как бы август это самый теплый, как бы самый жаркий такой месяц лета, но как-то он становится прохладный какой-то. Хотя уже, в принципе, почти сентябрь. Я же забыла, почти сентябрь. Да-да-да. Номер, типа, пожалуйста. Зачем? Мой телефон. Не трогайся меня.
Зачем мой номер телефона? Короче, Антоха, я не знаю, я, кстати, мы так и не доскидывали мои фотографии, но то, что осталось. Надо будет потом доскидывать. Ну. Да, можно на выходных. Можно. Один глазик, второй глазик, третий глазик. Так а шо, в смысле, конечно, они побриты. Так ты не... Так, в смысле, она же даже не просвечивается. Просто в майке, потому что футболку положила в стирку домашнюю. Надела майку. Потому что другого не нашла ничего такого, то, что можно домашнее. Блин, хрящики болят. Ухо болит. Посоветуйте какой-то мультик или фильм. Это что они... Дальки спадают, надо просто его ниже опустить, но я не хочу его ниже опускать. Давай ужастик. Ты знаешь, я ужастики люблю. Ну, можно не только ужастик, можно мультики какие-то. Фильм интересный можно какой-то. Искатели могил. А про что он? Про что? Руслан, прости, мне сейчас некогда, тут Федор приходил. Психиатрическая больница. О, Мишка, привет снова. Ну, это что-то интересное. А что еще есть? Может, мультик какой-то. Миша, подскажи мне, какой-то мультик или фильм.
просто, да, я брови подкрасила. И к чему это было? Да просто мне было скучно, я решила, когда я говорила по видеозвонку с подругой, а потом с сестрой, то решила просто подкрасить брови. Потом футболку надо уже было в стирку положить, я одела майку, потому что у меня больше нет ничего домашнего и то, что я могу портить. Это так называется мультик или фильм, или что это? Ракурс где? Где этот? Ну, Бронислава, вы это нечто. Вот только ради этого борща вас стоило языки вытаскивать. Привет. Это не борщ. Это бальзам на мой израненный фастфудом желудок. Я же, надо будет, знаете, все время все в сухомятку. Хорошо, что вы зашли, Сережа. Я ведь теперь безработная, у меня свободного времени полно. А я вот как раз... Какой еще можно фильм? Вроде бы 1+1 я смотрела. Там про... Потому что... Я не смотрю аниме, для меня это вообще ужас. Твое имя. Посмотри мультик. А про что он? Твое имя так называется? Скриню. Заскринила. А, блин. Надо рассказывать, а там можно посмотреть. Пилу первую часть. Я смотрела все 8 частей пилу. Да, смотрела, блин. Какие еще есть? Чужой, это тоже вроде страшилка, я тоже смотрела. Но Чужой 2 вроде не смотрела. Здравствуйте, барышня. Ну что, как будем за ней стоять? Сейчас заскриню. А про что он? Это сериал? А, да? О, робот по имени Чаппи, я вроде бы знаю, я такое смотрела, да, про маньяка. О, кто смотрел коллекционера? Я первую, вторую часть смотрела, мне нормально так. Я робот. Вроде не смотрела. Главный редактор вечерника. Сергей Зорин, патологоанатом из области. Убийство у вас раскрываем. Да, слышал. Броня. Сейчас я скриню. Замену нашла. Джуманджи! О, привет! Я забыла, как тебя зовут. На привет. Джуманджи. Это выходил он в кинотеатре, я его смотрела в кинотеатре. Я его смотрела в кинотеатре. Еще смотрела Мег, еще смотрела Небоскреб.
Почти все, что там, блин, показывала, я уже и показывает, я уже смотрела. Правда, я не посмотрела, а «Монстры на каникулах 3». Я так хотела посмотреть этот мультик. Но я так и не посмотрела. Хочу его посмотреть. Рассказывай, как дела? Забыла, как тебя зовут. Я тоже хотела посмотреть мультик этот. Вот, блин, я просто первую, вторую часть смотрела. Какой еще можно посмотреть мультик или фильм? Привет. Я же тебе сказала привет, я просто забыла, как тебя зовут. Игорь, да? Или Артём? Игорь. Артём. Влад. Максим. Я не знаю, я же говорю, я не знаю, как тебя зовут. Просто меня много смотрят. Просто я на тебя подписана взаимно. Значит, ты меня смотрел уже. И, значит, я на тебя подписывалась. Значит, ты... я с тобой общалась. Максимка я. Максимка. Я знаю, поняла, кто это. В дурачке или в телеграме тоже? А как вот ты ж на даче? А, понятно, значит, это не ты. А, ну да. Максимка в теле... в дурачке. У меня в дурачке. А что, я тебе должна 50 гривен? О, Максимка, привет! Осталось 100 мегабайт. А, ну, так я же тебе говорю, в Телеграме ты еще типа, со мной, ну, общаешься, типа. Фу. Прикинь, этот... Максим. Сюда зашел наш Максим. И Антоха зашел. Что-то пацаны сегодня все сошлись. Это не Игорь. Это наш Максим. Он так подписан. Кинь мне бабки. Ты охуел. Я пойду в магазин и кину. Мне надо как раз купить... Что мне мама? Анда, хлеб дома купить. У меня связь шикарная, пацаны. Блять, этот. Мы тебя не игнорили. Слышишь? А, мы тебя проигнорировали. Максим, мы проигнорировали Максима. Ну я не хотела, ну извини. Я просто вчера, у меня такая пизда вчера была. А я не слышала, точняк. Знаете, почему я... Да не, знаешь, почему я промолчала? Я промолчала, потому что у тебя, короче, этот... я, короче, нажимаю на голосовую, и я ничего не, я не слышала. Блин, что-то знакомый просто артист. Чего, бай-бай? В Телеграм заходи. Это для зрения. Но там он не прям для у кого херовое зрение. Просто когда солнце светит мне, я смотрю телевизор, я не вижу. Ну, плохо вижу, что там кто там вообще. Поэтому я туда и смотрю. Максимка, Миша, Антоша, что вы мне ничего напишете? Спасибо вам большое, что вы мне порекомендовали фильмы. Значит, 30 человек. Ну, бывает. Значит, Максим пишет. Мальчики мои, вы мои хорошие. WhatsApp и Telegram свободные. Вы мне не писали. Популярность растет. Слышишь, у меня когда-то 1500 зрителей было. Я помню, я только тогда в своей комнате снимала. Да, у меня было 1800 зрителей. Что за фильм? Да там писали все мне какие-то фильмы, надо посмотреть. Ну, короче, пацаны,
Я пытаюсь свое горе просиживать дома и пытаюсь отвлечься от Антона. Так, мне какой-то Антон написал в Телеграме. Антоша, это ты или это Антон, который... Антон Венгер. Типа мой. Типа не мой, как бы. Это ты? Фух, это ты! Слава богу! Не испугалась. Настя часто приходила к Валере Егорычу на работу мы. Да, вытащите меня на улицу, ребят. Люцифер прикольный. А про что? На нет, вот посоветуйте мне. Мне нравится Сплит. Мне нравится Сплит. Я Максиму уж советовала. Максим, тебе тоже понравился, да? Не твой. Окей. Я уже 100 раз. Очень классный сериал. Семь тысяч километров? Капец. Максиму до меня 300 километров. А другому Максиму 500 километров до меня. Максим, так тебе... Слушай, ты вообще не тренди. Тебе вообще до меня 300 километров. Поэтому садись на маршрутку или на поезд, и за полдня ты уже ко мне приедешь. Этот. Антон, а тебе сколько до меня? В Херсон, в Украину. То без скилька. На маршрутке, на конях. Шикарно. А ну глянь, да мне самой интересно стало, сколько. Гляньте, сколько вам до меня, вот именно, если так точно. Я вас подожду, если что, как хатико верный. Тебе 1500 километров? Полторы тысячи километров? Минск, это Беларусь, алло. Два часа лета, в смысле? Поверь мне, ничто так не поднимает настроение, как обеденный сон. Мама, я уже не в детском саду. Вдруг я усну, и мне он приснится. Давай так, ты будешь спать. Капец, Максиму 1500. Миша больше всех до меня. Миша почти 3000 километров. Антону 1500 километров. Максиму 300 километров, и он у меня. Прям возле дома. От его дома до моего 300 километров. Так на изи. Так, а же тебе вообще легко? Ты можешь просто сесть на маршрутку или куда-то. 3 часа лететь? А, только это немного, 3 часа лететь. Да. Так это наоборот, вы можете уже выдвигаться, пока вы еще 2 часа будете лететь, Миша сядет и за часик ко мне приедет, так же, как вы за 3 своих часа, там, за 2. Интересно прям. Но вряд ли, вроде бы вряд ли есть у нас Херсон. Не, ну типа в Украину ты можешь прилететь в Киев там или куда-то, а оттуда в Херсон. Но в Херсон вроде бы прямых рейсов нет. Там с Минска или же там с России, там откуда-то там. А вот Максим может ко мне прилететь, приехать на маршрутке, специально автобусе, или же может... На самолете за полчаса. Или же на этом. И Фёдора жалко. А, да? И на душе мерзко. Тю. Нет, ну почему не летают? Есть куда летают. Вроде бы есть куда летают. Через Беларусь.
злобись, безнаказанность этих уродов. Их же кто-то крышует. Где ты живешь? Я забыла. Че ты не... Я забыла, кстати. Так где ты живешь? Что за город? У нас же война. У кого там война? У меня... Я ни с кем вроде не воюю. Правда, пидорасы мой любимый Крым забрали. Я теперь, сука, туда не могу. Так бы ездила бы в Крым каждое лето, блядь. Так и, сука, из-за России теперь, блядь, хуй туда поеду. Только когда сделаю этот паспорт. И граница эта гребаная теперь. Гондоны. Мой Крым забрали. А хули ж тогда уже... А хули ж тогда уже не забрали Херсон? Херсон час езды в Крым. Попробуй поговорить с ним, остановить. Ведь лучше быть наказанным человеческим судом. А, Кировоград. Я за время службы в полиции, знаешь, сколько такого видел? Не в Паторе, я понял. Я просто анализирую ситуацию. Ну смотри, Райхи стоит... Чего ты так говоришь? В смысле, спасибо вам. И что он сейчас делает? Где он сейчас? Я там в Краснодар, на море. Так, а я же в Херсоне, я могу, он... Мне час езды, я на море. И на Азовский могу, и на Черное море. И на Джерелгач, и куда угодно. Поэтому... Ты приезжай. В смысле, а ты первая начала? Так, а в смысле, мне вообще похуй на Россию, Украину, типа, как бы просто в Украине люди добрее, как бы, это раз, во-вторых, как бы, Крым был наш, его просто взяли, так, забрал этот долбоёб какой-то, ну, типа, зачем, в смысле, забираю, у тебя, сука, Россия, один из самых больших стран мира, блин, большая, там, дохуя всяких городов, которые, блин, как, не знаю, как американские читаются, там, Тольятти, дохуяти, всякие вообще, такие названия у нас там, Херсон, Ужгород, Львів, Одеса, Харків, Николаїв, бля, ну, типа... Просто не понимаю, с чем забрать... Он был не ваш, как бы, алло. Я тоже бы в Америку переехала. На Азовском болоте, ну да. Не ваш так-то. Нет. Алло, как бы Крым был наш, и вы его, ну не вы, а какой-то долбоёб Путин его забрал, и такой типа, как бы, алло, это наш Крым, ну наш. Какой он нахуй ваш? Он в Украине находится. Блять, Херсон и Крым, это как Одесса и Херсон. Туда ехать час езды в Крым. Нам просто туда подъехать надо. Это как в Николаев в Одессу едь, блин. Так же и в этот, в Крым. Я туда ездила и за 2 часа уже была, блин, в Крыму у себя с Херсона. Типа, а что тогда Херсон не забрали, Одессу, Николаев? Чё ж вообще весь юг не забрали? Типа, придурок какой-то. Какой-то, блядь, человек может забирать целый город. Ну, какой-то долбоёб, чтоб он уже сдох. Хотя будет и другой новый какой-то придурок тоже. Я вообще не понимаю этого. Зачем это? У вас и так много... Просто, блядь, у него и так дохуя городов. Нахуя ему это надо? Фу, чтоб он уже сдох 60, там, не знаю, сколько ему лет, под 70, долбоёб какой-то. Фу, он меня просто бесит. Типа, я не понимаю, я в Крым бы так сейчас ездила бы, отдыхала. Там у меня сейчас родственники, но они хотя бы есть загранпаспорта. А у меня нету, я из этого не езжу в Крым. Как раньше ездила, и все было охеренно. Не было таких рублей ебаных, я вообще в них не шарю. Типа, ну как бы, ладно еще, но все равно были гривны. Это было там все хорошо, блин. У них была вода была нормальная и все остальное. Они тоже, это Крым теперь российский, нам газ перекрывают, все остальное. Меня просто бомбит, все, молчу.
Плюсик. В смысле, Порошенко наш. У нас Порошенко хоть долбоёб тоже, но как бы при чем здесь? Это все, сука, из-за Януковича еще гандона одного, который, блядь, покинул Украину, сука, украл бабло, поехал к этому пидорасу, этому, как его там, Путину, хуютину, сука, перед его там плясал, перед ним что-то для него там дома строил, сидела, потом спиздился куда-то. А вот, сука, его сын этого, как его, грёбаного этого, Януковича, построил нам фабрику, хоть за это спасибо. Фабрика, блядь, теперь ТРЦ наша любимая. Там все гуляют, потом он его продал, вроде бы сдох его сын, но вроде бы и не сдох, вроде бы, может, это и пиздло просто. Хуй его знает, но все вообще долбоебы какие-то. Максим, ты специально уходишь, да? Ты можешь уходить просто, типа, по мясорубке пустят. Ой, господи. Ты будешь меня по мясорубке пускать или что? Не понимаю. Ты что говоришь? Просто это несправедливо. Забрать мой город, в котором я жила даже. И в который теперь я не могу попасть из-за того, что забрали. У вас и так, у них и так много городов. Да не буду. Просто знаешь, типа, у них и так много городов. Они и так самая большая, блин, страна. У них и так бабла нормально, они там тоже нормально так. И как бы зачем им у нас забирать Крым? Он был у нас, все было нормально, правильно? Все было нормально, никто не срался. Потом началось, понимаете, зачем это? Ну, когда СРСР было, то да. Но зачем это все делать, я не понимаю. Он на юге находится, уже находится возле Херсона, так пусть, да, будьте добры. Просто понимаешь... Херсон и Крым, это просто вот, вот, ну вот как брат и сестра, они вот так вот находятся. Они от друг друга просто так вот, час езды, даже меньше, это на машине. Или на поезде мы доезжали туда, и Одесса тоже, Одесса от Херсона просто на изи тоже, 2 часа или час езды. Также и Николаев там тоже, 30 минут, час езды. Туда ехать... У меня одни фотки все, которые вот это вот я скидываю. Там половина фоток видела, там Катя, Крым, Катя, лето 2010. Все это с Крыма. Я в Крыму, блин, жила. А теперь из этих гандонов не могу попасть в Крым. Из-за этого Путин меня бесит. Я не понимаю просто его логику. И, блин, меня и украинские бесят тоже. Это Порошенко, дебил. И вот это все. Они меня вообще бесят. Ну, типа, я не хочу в это влазить. Ну, типа, просто мне неприятно то, что забрали. Зачем это? Тогда бы уже забрали, значит, там Херсон. Забрали бы, чё ж не забрали, слышишь? Я бы не жила, я бы уехала с Херсона, если бы Херсон стал бы российским. Я бы в России не жила. У меня дедушка бы тоже уехал бы. Они бы вон в Одессу уехали или там... Или куда-то там еще. Я бы не жила. Нет... Да. Куда бы не пустил. Почему? Я бы в Херсоне не жила, если бы Херсон стал российским. Мы бы, скорее всего, переехали. Я не знаю, мы бы переехали или нет, но я знаю, что мои точно половина родственников бы уехали нахер, потому что у меня дедушка политик такой очень сильный, точнее, патриот, типа, казак такой, типа, мы, Украина. Нет, в смысле, я бы дальше снимала трансляции, причем я просто говорю, что я бы в Херсоне не жила бы. Хотя, я очень люблю Херсон, хоть и... Хоть это не самый лучший город, который может быть там и все остальное. Но я тут родилась, и я привыкла к этому Херсону, к этому барыжнику любимому. Ну как барыжник? Нет, Херсон красивый город. Просто, ну, как бы я так над ним прикалываюсь. Просто, ну, как бы, как в любом городе, знаете, есть там, где кто срет, где срут люди.
мусорят, где есть наркоманы всякие, где есть всякие алкаши, где можно встретить, ну, вот я же говорю, таких людей. Везде так есть. Ну, конечно, там, я не говорю за другие страны, я вообще имею в виду. Да, понятно, что мы один народ. Ну, блядь, типа, что изменится, то, что ты там, например, там, не знаю, ты там с Америки, я там с... не знаю откуда. Ну, то, что, да, вот там разное население в Херсоне, я, честно, я не знаю. Вроде бы, я помню, ну, года... сейчас больше, наверное. Ну, где-то 400 тысяч человек. Ну, у нас Херсон не сильно большой прям город. Ну как, я не могу сказать, что он сильно большой прям, но нормальный. Это может быть, я не знаю, это может я приблизительно сказала. Приблизительно 400 тысяч, может больше. Но то, что минимум 350 тысяч, это точно. Но у нас в Херсоне с Украины один из самых такой городов, где самые красивые девушки. Точнее, такие вот, да. Не такие вот, а да. Вообще Украина... на первом или на втором месте, на первом месте со всех этих стран, типа, по красоте. У нас девушки самые красивые в Украине. На втором месте вроде Франция, а потом Бразилия, что такое. Ну, Россия там на 8-м или на 9-м месте. То есть из 15 или 10, не помню, там. Ну, из 10 вроде. Ну, средний город, да. Конечно, я очевидный пример. Ну да, средний город. Ну я не знаю, ну точно не маленький. Ну, у нас нормальный город. Не, у нас нормальный город такой. Небольшой и не маленький. Но в... Ничего, ты ушел, киданул. Вот в Одессе вроде бы большой город. Вот у нас Одесса большой город. Такой морской Одесса. Одесса мама. Наш Одесса любимая. Я бы жила в Одессе. Я когда вырасту, тихо, что я хочу жить в Одессе. Ну, как сложится, если я буду с Антоном. Это у нас были с Антоном. Ну, как бы такие планы. Ну, что ж, это так приятно. Найди мою расческу. США? А почему США? Хотя, да, в принципе, что, глупый вопрос, я тоже в США переехала. В Америку. Научите меня английскому, и я пойду в Америку. Максим, ты должен меня научить английскому. Максимка, который... Да. Ну так а что? Меня он забирает в море и... Через Америку провезешь меня, когда будешь в этом. Когда будешь в рейсе, Максим. Первый урок 50 гривен. На счет тебе, да? У меня есть приложение, короче, называется... Duolingo. Как-то там. И, короче, я в нем английский учила. Там Apple, вот. Ну, то есть такое, по программе первого-второго класса, ну, нормально, я справляюсь. Я ну, да, такое, типа. Ну, у меня нормально. Ну, типа, приложение хорошее, но оно такое, сильно легкое. Оно не учит так сильно. Ребята. Дайте мне инет, ребята. Пополняйте. Кстати, ребята, у меня, короче, счет тоже, что-то на счету денег нет. Пополнила счет 6 дней назад или 5 дней назад на 100 гривен, хотя у меня тариф 70. Так их даже это не устроило. У меня через 5 дней что-то вот, сняли деньги с счета. Мне тоже надо будет пополнить счет. Гребаный Водафон. Red S. Мне тоже надо счет пополнить. Просто у меня сейчас денег с собой нет. Они у бабушки все. До бабушки я буду идти вечером. Ну, у меня тут гривен 25. А что мне эти 25 гривен? Я их на проезд потрачу. Мне лень идти пешком. Хочу туда идти минут 15. Ну, да пофиг.
Короче, пацаны, це пипець, пипець. Що я можу сказати? Антон Гандон, Тарас, а ми всі нормально. Он же ж на даче, какой Wi-Fi? После чего? После того, как с Антоном так раз, ну, типа, не разговаривают. Я чувствую себя подавленной. Я не знаю, что вчера было, я не могу, я не знаю, как он вчера там бухал, там, с бабами и все остальное. Я ж не знаю, чтобы, ну, там, как. Но... Не знаю, но я стараюсь себя держать в руках, типа, захочет, прибежит, не захочет. Спасибо. Есть сильная такая машина, да? Я не знаю, что там было, не было. Было ли там вообще баб много, сколько их там было. Я знаю точно, что были. Он мне говорил, что там будут бабы. Сколько их будет? Я ж ничего не знаю. Надеюсь, что все было не так, как я себе плохо представляю. Как всегда, наверное, накручиваю. Он мне ничего не писал, кроме «Спокойной ночи, сладких снов, люблю тебя». Когда мы с ним, типа... Так что я ему сказала, Антоша, до свидули, как бы, научишься со мной нормально быть. Он не захотел со мной говорить, типа, выяснить отношения, типа... Как хочешь. Да, шикарный глаз. Накрашенный такой шикарный. Та-дам. Короче, я не знаю. Надеюсь, все нормально будет. Если вы так влекуете этот Полушкин, он же даже до пенсии вам не даст доработать. Я не дура, я все понимаю. Это будет конец вашей карьеры. А разве оно того стоит? Да, Оксана. Оно того стоит. Да я тоже так думаю. Будем надеяться, ребят. Что мне делать сегодня? У меня 3 дня не... Что мне делать эти 3 дня? Мне будет скучно. Если бы я был тобой, я бы слился тоже. Если трахнул мою суку, я бы слился тоже. Книги читать не хочу, потому что я должна в библиотеку книгу, а я не знаю, где она лежит, и как бы если я приду, они мне скажут, где книга, я скажу, я не знаю, и они мне не дадут другую. Сериалы, я не знаю, какие смотреть, потому что только те, которые я смотрела, то... Точнее, я интересных больше не находила, только те, которые я смотрела, они уже прошли сезон. Типа я пересмотрела их. Потом что еще? Как бы побегать, поп покачать, ну, типа, как бы жарко, а потом вечером холодно, типа, я могу побегать, но он мне ничего не даст, я только закэхаюсь. Ну, как бы, типа, нету никакой разницы, что я побегаю один раз, потом приду домой, похаваю, и нормально, и все как обычно будет. Ну, типа, когда я ходила в тренажерку, то нормально, то и сейчас у меня нормальная жопа, и, типа, мне не надо, в принципе, это. Потом, типа, без разницы, типа, это мне даже не, это мне не поможет. Что можно сделать? Мне будет скучно. Сколько времени? Люцифер — это имя? Я думала, это какая-то собака или кот. 4 часа? Да, он будет пускать и так слюнки. Если сзади юбку задеру.
Так что, чего вы молчите? Чего вы молчите, Антон? Антон, что ты не пишешь? И он, моя Максим тоже молчит. Потому что Максим не смотрит на меня. В общем, если не хочешь, ну да ладно. А если передумаешь, я на работе. Кажется, доктор был прав. Похоже, я сильно приложилась к асфальту. Что за молчание, ё-моё?